На территории Одинцовского городского округа 15 февраля состоится первый в Московской области фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Программа мероприятий включает лекции, консультации для взрослых, деловые игры, квесты, интеллектуальные соревнования, викторины, а также брейн-ринги и онлайн-олимпиады для детей и подростков. Всех желающих приглашают принять участие в просветительском мероприятии, чтобы повысить уровень знаний в этой важной сфере.